Этот наместник Бога на земле обещает стать одним из самых необычных пап в истории католической церкви. На родине он известен своей скромностью и любовью к бедным, как и святой Франциск Азийский. Франциск Азийский с миссионерскими задачами справлялся великолепно. И Франциск I наверняка думает о том же. Папой впервые в истории стал южноамериканец, хотя была велика вероятность выбора африканца. Не иначе это помог наш командант Чавес, который сейчас на небе общается с Богом. Должно быть, Всевышний послушал его и сказал: «Настал час Южной Америки». Маргарита Пронюшкина, РБК.